день воздушного флота отметили в авиационной столице с размахом. Как и обещал губернатор Алексей Русских ранее, торжество провели ярко. Начали с локации аэропорта Ульяновск-Восточный на территории предприятия «Спектр Авиа». Радиолокационные станции, пожарные машины, полицейские УАЗы составили компанию настоящим тяжеловесом. Наша гордость – огромные железные птицы представлены публике. Ил-76МД-90А, Ан-124 «Руслан», вертолеты Ми-8. Глава региона напомнил об ульяновских передвигах производства. У нас мощнейшее предприятие авиастроительной отрасли. В первую очередь, конечно, «Авиастар» с более чем 10-тысячным коллективом. «Аэрокомпозит», «Промтех», УКБП и многие-многие-многие другие. Еще раз поздравляю вас с праздником мира, добра, справедливости и всего-всего самого наилучшего. Легендарный Ил-76 проявил себя в локальных конфликтах. Безотказный транспортник легко трансформируется из грузового в пассажирский. Он прямолинеен и прост – самолет с русской душой. Ан-124 «Руслан» уникальный, ему нет аналогов в мире. Он совершил первый полет 24 декабря 1982 года. Авиастроительный регион не останется без федеральной поддержки, пообещал Сергей Рябухин. Были подготовлены предложения для разработки и утверждения государственной программы развития гражданской авиации. Мне было поручено сформировать все предложения от экспертного сообщества, и все предложения правительством были приняты. В этой программе предусматривается до 30-го года строительство 1000 самолетов 10 видов и типов. Организаторы не ограничились выставкой и официальной частью. Далее в Новом городе на Ульяновском проспекте состоялся концерт и торжественный пролет лучших представителей российской авиации. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.